кинокритика и театроведение – это журналистика? То есть чем занимаются ваши родные? Ну, по большому счету, нет. Угу. По большому изначально. Другое дело, что, к сожалению, в последние годы запрос на серьезную аналитику, как бы научные отношения, угу. серьезные отношения, фундаментальные отношения к исследованию театра, в том числе и текущего положения дел в театре, оно, запрос на серьезность это слишком снижен, и поэтому многие люди вынуждены вместо того, чтобы писать серьезные статьи, писать условные заметки. Ага. Да, вот. Или вообще уходить из зоны писания текстов про театр или кино.